Игорь Коломойский может получить первую официальную должность в партии «Укроп», которую с ним связывают. По информации, страна ЮАЭ на ближайшем 11-м партсъезде, намеченный на 25 ноября, олигарха Игоря Коломойского выдвинут на должность руководителя комиссии партийного контроля КПК. Таким образом, если съезд утвердит его кандидатуру, экс-глава Днепропетровской обладминистрации станет влиятельным партийным функционером. КПК – это высший партийный суд и карающий меч, подотчетный только съезду. А ее глава – этакий серый кардинал. Оперативное руководство партии будет осуществлять глава партии, которого изберут уже в новом году. Но у комиссии партийного контроля есть право вето. Исключать из партии сможет только первичная ячейка или комиссия партийного контроля. Именно комиссия партийного контроля единственная имеет право трактовать устав и программу. Следить, чтобы все соблюдали оба документа. Комиссия имеет право отменять решения любых партийных органов и руководителей, в том числе, главы партии. И таким образом оказывает большое влияние на формирование партийной позиции. Если говорить языком корпоративного управления, то это аналог главы наблюдательного совета.